Всем привет! Не обращайте на булькающие звуки, это у меня варится кукуруза. Итак, пришел мне вот такой вот большой и очень легкий пакет с Алиэкспресса. Ну, что самое интересное, да, он заказывался на Алиэкспрессе, но пришел он с Монголии, с Улан-Батора. В России трек отобразился буквально через дней 6. Был он уже в Новосибирске. Потом попал в Екатеринбург. И на месяц исчез. И вот сегодня он снова появился, объявился уже на нашей почте. И нету, да. Целый месяц с Екатеринбурга ехал до Уссурийска. Ну почему же Улан-Батор, я до сих пор понять не могу. Заказывал на Алиэкспрессе, друзья. Вот. Тама! Значит, здесь нам пришла велосипедная сумка, сразу говорю. Заказывалась она всего лишь где-то рублей, по-моему, цена была 130 или 140. Точно не скажу, сейчас не помню. В общем, сущие копейки. Цена указана, кстати, $1. Итак, вот такая вот сумочка. Сейчас мы с ней... Сумочка с бумажкой. И сейчас мы ее с вами получше разглядим. Сейчас ребенок нам ее откроет. Лиза, открывай. Помочь? Сама? Ну давай, сама так сама. Вот такая вот сумочка. Давай, показывай сумочку. Ну, так близко не надо. Вот так показывай. Вот так. Сделано с какой-то тоненькой тряпочки, скажем так, синтетической. Вот. Имеется внизу липучка. И две липучки имеются сверху. Но липучка, я скажу, еще такого более-менее качества есть вообще. У которой эти усики... мгновенно вываливалось. Ну да, да, одно самое. Итак, имеется логотип не знаю, как правильно по-английски читать, B-Soul. Аналогичная надпись имеется на этикетке. Но здесь указано Made in China. Вот такая вот этикеточка. И Made in China вот здесь написано. Это Made in China, да. Кармашек. Что внутри? Внутри просто прорезиненная ткань. Что черная ткань, что красная. Черная ткань более плотная. Красная, ну, так себе. В общем, дешевый бюджетный вариант. Размер, вот я не знаю. Вот моя ладонь, да, и вот как раз рука. Привет, ребята. Да, привет. Не надо туда руки сувать. Вижу твою руку. А вы, вот моя рука. В общем, сумка. Ну что ж такое? В общем, сумка размером чуть-чуть больше ладони. Мы поставим на велосипед, посмотрим. Ну, в принципе, что-то можно, какие-то ключики, шестигранники сюда закинуть. Но не надо сейчас так делать. Я ребятам машу. Ребятам она машет. Каким? Ребятам-велосипедистам? Понять. Ну, ты подальше убирай, а то не видно будет. Ты вот так вот делай, вот на таком расстоянии. Ну вот, пока тут с ребенком пытался снять, нормально ничего не получилось, уже и батарейка садится. Итак, поэтому быстро рассказываю. Сумка. Итак, липучка не самого худшего качества, скажем так. Края, правда, не опалены. Выполнена в черно-красном тонах таких. Имеет один всего лишь карман. Так, с этой стороны вот такая она. Всего лишь один карман.
которая немножко на некотором расстоянии расположена от самого верха. Внутри ткань прорезиненная, точнее небольшое такое покрытие резиновое имеется. Ну и с такой подобной ткани сейчас вот все вот китайские рюкзаки шьются в стиле милитари, которые и подобного. Типа вот нейлон там, Д какой-то, да. Ну здесь такой мягкий, не плотный сильно, не очень толстый. Вот. И в принципе все. Никаких кармашков, никаких отсеков. Простая дешевая молния. На молнии на самой собачке имеется вот такой вот хлястик из синтетической ленты, скажем так. Даже и стропой не обзовешь. Размер сумки вот с ладонь примерно. В принципе, она небольшая. Для перевозки там нескольких шестигранников, набора какого-то там вот этого универсального велосипедного ключа, где там шестигранник, еще что-то имеется. Какую-то отвертку можно положить, выжимку для цепи, в принципе, можно забросить. Ну и думаю, не более того. Возможно, кстати, да, положить сюда, уходя домой, сюда можно засунуть велоперчатки. Вот такая вот простенькая сумка за 140 рублей. Не знаю, как себя покажет в эксплуатации, но в принципе за 140 рублей, я думаю, неплохо. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Удачи!